ближайшие выходные на юге Кузбасса ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди. Геомагнитное поле Земли спокойное. В Прокопьевске ночью плюс 8, плюс 10, днем 17-19 градусов выше 0. В Осинниках ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 17, плюс 19. В Мысках ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18. В Междуреченске ночью плюс 7, плюс 9, днем 16-18 градусов тепла. В Шерегеше ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 14, плюс 16. Возможно, гроза. В Новокузнецке 12 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью плюс 9, плюс 11, днем до 19 градусов выше 0. Ветер северный, слабый. 13 июня будет облачно. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 18, плюс 20. Ветер северо-западный.